Вот это еврогенный К13, результаты моей мамы. Что интересно, моя мама никогда не делала ДНК-тест. Ни один. Она бы никогда не согласилась на это. И это абсолютно артифициальный кит, который я создал своими руками. Как я это сделал? Очень просто. Я использовал сначала, первые несколько месяцев висел первый кит, который я создал. Это была общая ДНК между мной и моей младшей сестрой, приблизительно 25%, 25% генома моей мамы. Это, естественно, очень мало, и сегодня мне пришла в голову идея, как это увеличить этот процент. То есть я добавил к этой одной четверти, одну четверть генома моей мамы, которая есть у меня, но нет у моей младшей сестры, и одну четверть генома моей мамы, которая есть у моей младшей сестры, но нет у меня. Это я сделал, используя наши общие ДНК-матчи в гейде-матче. То есть я собирал эту мозаику, добавлял все эти части ДНК, и создал такой большой суперкит. Это абсолютно артифициальный кит, он около 10 мегабайтов и содержит около 60% генома моей матери. В этой калькуляции Еврген К13 было использовано 43 тысячи SNP, это очень много для артифициального кита. Обычно в 23andMe в Еврогенах К13 будет около 50 тысяч SNP, то есть это почти как целый тест 23andMe. Оракль Еврген К13 выдает моей матери вот такие результаты. Эстонцы плюс сардинцы, эстонцы плюс северные итальянцы, эстонцы плюс украинцы. Все ее предки из юга Кировской области и республики Мариэл. По ее матери все из республики Мариэл, по ее отцу все из юга Кировской области. Из Яранского района Кировской области, село Петухово, вблизи села Солобеляк. Калькулятор еврогенный К15 выдает ей вот такие результаты. Он тоже использует около 43 тысяч SNP, то есть довольно большой coverage. Интересно, что нету West Asian у моей мамы, даже не процента. Самая близкая смесь к ней это эстонские поляки и финны, белорусы и финны и литовцы и финны. В MDLP World самые близкие популяции к ней поляки и центральные русские, но нужно учесть, что здесь было всего 19 тысяч SNP, то есть не такая большая coverage. В пункт DNAL K13 самые близкие популяции к моей матери это смесь эстонцев и татар, литовцев и татар, эстонцев и хазар из Афганистана, литовцев и хазар из Афганистана. Этот тест использовал 25 тысяч SNP.